СМИ Бурятии назвали главного федерального инспектора по Забайкальскому краю Баира Жамсуева одним из кандидатов на пост президента республики. Полномочия у действующего главы Бурятии Вячеслава Наговицына истекают в июне. На пост главы республики, кроме самого Наговицына, могут претендовать еще 4 человека, в том числе и Баир Жамсуев. Официальных комментариев на информацию СМИ пока не поступало. Центр Читы от улицы Бутина до Соснового Бора и от улицы Забрабочего и вверх до Новобульварной отключен от горячего водоснабжения. Как рассказали в ТГК 14, отключение воды плановое, связано с ремонтом на магистральном трубопроводе. К вечеру горячая вода должна появиться на всех объектах водоснабжения. Арестовано имущество бывшего руководителя краевого МЧС Вячеслава Королькова и двух его подчиненных. Под арест попали одна трехкомнатная квартира, одно место на автостоянке, дачный участок и автомобили Toyota Land Cruiser, Toyota Harrier, SsangYong Rexton и Nissan, а также счета на сумму 1,5 миллиона рублей. Напомним, по версии следствия, Корольков и два его заместителя завладели деньгами подчиненных на сумму свыше 5 миллионов рублей. 8 марта Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении от занимаемой должности генерал-майора внутренней службы Вячеслава Королькова. В Чите появится аквапарк. Об этом в интервью на портале Забмедиа.ру заявил мэр города Анатолий Михалев. Аквапарк будет возведен по улице Кайдаловской, северо-восточнее стадиона Сибво. В настоящее время ведутся работы по его проектированию. Также, как отметил мэр, в Чите планируется строительство мусоросортировочного завода. Уже получено необходимое оборудование. Строительство будет осуществлено в 2013-2014 годах. Главный полицейский Читы Сергей Трибунский поблагодарил за помощь работников ЧОП «Гром», которые задержали налетчиков на магазин «Привоз». Преступление было совершено ночью 29 февраля. Грабители в медицинских масках, вооруженные обрезом охотничьего ружья, вошли в круглосуточный магазин «Привоз». Угрожая продавцу и охраннику, налетчики забрали из кассы 60 тысяч рублей. Кассир успела нажать тревожную кнопку. По вызову прибыли сотрудники частного охранного предприятия, которые и задержали грабителей. Губернатор Забайкальского края Равиль Гиниатуллин в очередной раз отчитался перед депутатами регионального парламента. Отчет занял 1,5 часа. Общий объем информации, предложенной депутатам для ознакомления, превысил 200 страниц. Губернатор в целом оценил прошедший год как позитивный. Однако проблемы с инвестиционной привлекательностью региона, оттоком населения, строительной отраслью, машиностроением и сельским хозяйством стороной не обошел. Посткризисные явления не позволили достигнуть некоторых программных показателей по уровню доходов населения, развитию строительной отрасли. Превышение программного уровня по ряду основных показателей, а также необходимость реализации поставленных на федеральном уровне задач по повышению конкурентоспособности регионов, встраиванию развития регионов в новую модель экономического роста страны требует проведения корректировки программы социально-экономического развития Забайкальского края и разработки стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2025 года. После доклада депутаты задали губернатору вопросы. Речь шла о краевой ветеринарной лаборатории, переизбытке чиновников и бедах Забайкальского села. В заключительном слове большинство председателей комитетов одобрили губернаторский отчет. 21 марта жительница Борзи Лариса Дианова получила свой подарок от торговой сети «Славел». Автомобиль Nissan Almera достался счастливой хозяйке в результате розыгрыша лотереи. Как рассказала Лариса Дианова, счастливый купон от торговой сети «Славел» достался ей после покупки холодильника. Но дело в том, что мы квартиру снимаем, поэтому холодильник, который у хозяев стоит, он не очень хороший был. Поэтому вот из-за того, что он так сильно дребезжал, мы купили холодильник здесь новый. Раньше в семье Дианов был автомобиль, однако в связи с покупкой квартиры его пришлось продать. Лариса, как и многие участники лотереи «Славел», надеялась, что станет обладательницей главного приза. Однако, когда из лотерейного барабана выпал именно ее билет, женщина была шокирована. Выиграть машину – это, конечно, что-то. На новой иномарке, по словам Ларисы, она будет ездить по очереди с супругом. К тому же водительский опыт у нее достаточный, а автомобиль уж точно не подведет. Мы, конечно, благодарны всей семьей, и я лично всем магазинам торговой сети «Славел» за проведенную лотерею. И желаем вам хороших продаж, большого количества покупателей, ну и хорошего ассортимента. Об этих и других событиях читайте на сайте zabmedia.ru.